Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня я покажу вам, как установить Windows 7 на ноутбук HP 630. Вот такой ноутбук у нас есть. Включаем ноутбук. И при запуске, при первом запуске, сейчас у нас, в принципе, есть еще проблемка с батареей, пропускаем и Enter нажимаю. Теперь нажимаем Escape. После того, как вы нажали кнопочку Escape, вот эту кнопочку, выскакивает менюшка загрузки. Здесь нужно нажать кнопочку F9. Нажимаем F9. И появляется меню выбора загрузки. Выбираем флешку свою и нажимаем Enter. После чего выбираем версию Windows, например, 64-битную, и Enter. Теперь ждем, пока появится экранчик установки. Временно я нажму паузу, чтобы вас не задерживать. Так, ну вот. Появился у нас экранчик установочки. Выбираем русский язык. Далее. Установить. Выбираем 64-битную версию, далее. Я принимаю условия. Далее. Полная установка. И удаляем. Сначала удаляем диск C. Удаляем диск C и создаем новый. Перед удалением обязательно скопируйте информацию с диска C на диск D. Очень часто случаются случаи, что устанавливают Windows, форматируют диск C, и в итоге все фотографии, находящиеся на рабочем столе, они исчезают. Будьте внимательны. Перед переустановкой Windows скопируйте информацию на диск D. Ну вот, создал я диск C, 36,9 гигабайта, нажимаем далее теперь. И все. В принципе, установочка началась. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Хочу, чтобы начались проценты. Ну вот, проценты пошли, можно отключать. До свидания.